Ребята, это музей в здании бывшей электростанции. Очень прикольно. Короче, мы забрели с Юлей. Юля, говорите, куда мы забрели? В какое-то место. Научный центр Лодзя. Ну, тут планетарии, наукові приміщення, лабораторії. Вон что-то там. И посмотрите, какой тут охренец. Да. Це, напевно, планетарій. От це планетарій, ми так думаємо. Мені подобається ваша Да, промышленные объекты приятно видеть. Вот в таком вот виде, здоровском.